посовещались, особо никаких революций производить не стали. И Андрес Ванг. Ванг, который справится, я думаю, в очередной раз с попутным ветром. Это как раз делает его шансы относительно более высокими. Мощнейшее отталкивание, великолепная работа ног, конечно, у этого атлета из Германии. И перелет через 200-метровую отметку, перелет, по-моему, и через фосфорическую линию тоже, которая видна как ориентир, который является той линией, которую нужно преодолеть для того, чтобы претендовать на звание промежуточного лидера. Все получилось четко, достойная техника.